Вторая мировая война, катастрофа, которую до этого не знало человечество. Ее огненный смерч докатился до границ СССР летом 1941-го. О том, что схватки с Гитлером не избежать, понимали все. И тем не менее, нападение Германии утром 22 июня стало большой неожиданностью. Прежде всего, для военного руководства Советского Союза. Смертоносная машина вермахта в очередном блицкриге понеслась на Ленинград, Киев и Москву. Главная сила удара гитлеровской армии пришлась на московское направление, где наступала группа армий «Центр». Западный фронт, который ей противостоял, рухнул в первые же дни войны. К концу июня его первый стратегический эшелон перестал существовать. Почти миллион бойцов и командиров Красной армии оказались запертыми в котлах – Минском, Новогрудском, Белостокском. В это же время начинает формироваться второй эшелон по линии Днепр-Западная Двина. Сюда в составе четырех армий подтягиваются советские войска из центральных районов России. Одна из них, 13-я армия, сформированная в Могилеве и брошенная под Минск, оказалась также по большей части разбитой. И отступая к Днепру, здесь она пополнилась дивизиями, прибывшими из Тульской области. 110-й стрелковый, 172-й стрелковый. 137-й Горьковской, прибывшей из Нижнего Новгорода, и 53-й Саратовской дивизии. Вот эти четыре дивизии стали как раз в районе Могилева. Все они вошли в состав 61-го стрелкового корпуса под командованием генерала Бакунина и заняли оборону Днепровского рубежа от Шклова до Выховского района. Видя такое катастрофическое положение, Ставка Верховного Главнокомандования принимала все возможные меры, чтобы остановить немца на Днепре. Ведь это был самый мощный, самый сильный водный рубеж до самой Москвы. До самой Москвы более подобной реки и такого рубежа удобного для обороны не было. 25 июня 1941 года Могилев стал фактической столицей БССР. Сюда из Минска эвакуировалось правительство республики и Центральный комитет партии. Спустя три дня в город прибыл первый эшелон с войсками. А 1 июля в пригороде Могилева прошло совещание с участием представителей Ставки, маршалов Ворошилова и Шапошникова. Именно в этом месте, в одной из таких землянок, проходило это совещание. Здесь были приняты меры как раз по обустройству боевых позиций по Днепру. Вокруг Могилева было дано указание категорически Могилев не сдавать, Могилев сделать неприступной крепостью. Этот приказ Могилев выполнил. Город в буквальном смысле закопался в землю. К 3 июля его защитники построили оборонительные укрепления, установили минные поля, вырыли траншеи, окопы и противотанковый ров. Часть его и сейчас можно увидеть рядом с Минским шоссе и на Буйническом поле. Здесь как раз находится фрагмент оригинального, сохранившегося с 1941 года противотанкового рва, который был вырыт местными жителями, могилевчанами на протяжении 25 километров. Одним концом этот противотанковый ров упирался, вот сзади у меня Полыковичи деревня, он упирался в Днепр в районе Полыкович, и другим концом в районе Буйнич, тоже упирался в Днепр. То есть, по сути, этот противотанковый ров опоясывал всю территорию города Могилева с западного направления. Фактически оборона Могилева началась 3 июля, когда к городу подошли передовые части вермахта. На дальних подступах стычки между советскими и немецкими разведотрядами вспыхивали одна с другой. А по Минскому, Бобруйскому и Шкловскому шоссе на Могилев двигались немецкие танковые части генерала Гудериана, при упоминании имени которого содрогался любой военный профессионал противника. Быстроходный Гейнс, так прозвали его солдаты вермахта, которых он привел к победе в Польше и Франции быстро и малой кровью. Успех продолжился и в Советском Союзе. Могилев, который стоял на пути грозного генерала Панцерваффе, был для него всего лишь точкой на карте. В наступлении участвовала элитная немецкая пехотная дивизия Das Reich. Она не пехотная, она, точнее, была моторизованная дивизия, у нее был танковый полк, артиллерия, все приданные средства усиления. И полк «Великая Германия», тоже полк СС. Защищали Могилев две дивизии 61-го стрелкового корпуса, 110-я полковника Хлебцева и 172-я генерала Романова. Всего около 30 тысяч человек.
Это если не считать отступавшие части от западной границы, которые тоже оседали под Могилевым, народные ополченцы, мобилизованные в Могилеве и участвовавшие в обороне, это порядка 4,5-5 тысяч человек. В общем, в сложности вы видите, вырисовывается цифра 35-40 тысяч человек принимали участие в обороне Могилева. На каждом предприятии, фактически впервые с начала войны в Могилеве была создана и применена при обороне такая боевая единица, как народное ополчение. Основные бои за Могилев начались после 10 июля, и первую скрипку в них играли советские артиллеристы. Если бы не было артиллеристов в обороне Могилева, или было меньше их, никогда Могилев не смог бы продержаться 23 дня. Главное сражение за Могилев произошло здесь, в поле под Буничами. Современные историки ставят его в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровским полями. Именно здесь обрел вечную славу и бессмертие легендарный 388-й стрелковый полк полковника Кутепова. Тогда, в июле 41-го, кутеповцы противостояли танкам генерала Вальтера Моделя, будущего немецкого фельдмаршала. 11 июля в 16:00 по московскому времени генерал-лейтенант Вальтер Модель, командир 3-й танковой дивизии, отдал приказ атаковать город Могилев. К этому времени был уже восстановлен мост через реку Лохва, подорванный заранее нашими защитниками. И вот этот фактически приказ, отданный Вальтером Моделем, и разделил 388-й стрелковый полк, личный состав, на живых и мертвых. Час Х наступил в 3 утра 12 июля. Дуэль Кутепов-Модель началась. Раннее утро. Сразу же бомбежка с рассветом. Активная артподготовка немцев по рубежу обороны полка Кутепова. И как только дым от бомб рассеялся, сразу же открывает огонь гаубичная батарея по скоплениям немецких танков на заранее пристреленных местах. Советские артиллеристы оказались на высоте. После первого же удара на Буническом поле остались щадить густым черным дымом хваленые машины непобедимых панцерваффе. Бой 12 июля длился 14 часов. Кутеповцы отбили 8 атак, уничтожили 39 немецких танков. И за всем этим спектаклем апокалипсиса наблюдали перепуганные жители Буничей. Первая была встреча с немцем, это было у нас, когда наши люди метались, не знать, куда деться им. Идут сюда, вот нас училище, девчонки, там огромные были подвалы такие, как склепы. И все бегут прятаться туда. Самое вот он первый день, когда вот нас наступали, вот это немцы были. Вере Старовойтовой в 1941-м исполнилось 13 лет. Она помнит, как горела ее деревня, как шли немецкие танки, как в подвал, где пряталась Вера с трехлетней сестренкой, пришел немецкий солдат и прогнал их из укрытия. Как люди окапывались во врагах и в собственных огородах. Он был чистый овраг. И вот внутри, в самом низу, у нас там выкопаны 3 окопа было. Папа когда-то старый солдат еще был, он знает, где копаться, в гору капать. А на горке прямо вот тут была оборонительная линия. После боя 12 июля на Буническое поле прибыл военный корреспондент и писатель Константин Симонов. Вскоре весь фронт облетела его пронзительная статья о подвиге кутеповцев. Вместе с Симоновым на передовую выезжал и фотокор Павел Трушкин, который сфотографировал кладбище немецких танков на поле под Могилевым. Все красноармейцы и командиры узнали, что немец не такой страшный, его можно бить. И к тому же кладбище танков на фотографиях. Впервые в войну были показаны десятки набитых танков на фотографии. Писалось об этом много, говорилось много, но на фотографиях это было впервые показано. Защитники Могилева этот рубеж отстояли, так и не пустив танки Моделя в город. И ночью, уже фактически в наступившей темноте, Вальтер Модель отдает приказ отступить с этого рубежа. Позже напишут в оперативных сводках немецкие танковые командиры: не взята крепость Могилев. Хотя никаких крепостных стен, валов и бастионов здесь на поле не было.
На следующий день бойцы 388-го стрелкового полка обернули в бегство и немецкую пехоту, которая пыталась выбить кутеповцев с позиций. Буническое поле стало главным, но не единственным рубежом обороны Могилева. Советским войскам пришлось сдерживать натиск крупных сил противника и на Минском шоссе. Здесь как раз и встретили наступающее подразделение после 12 июля защитники Могилева. Это в районе Княжец, в районе Сумарокова и ближе к Лохве сюда. Вот дальше Лохвы немцы в это время не смогли пробиться. В районе Шкловского шоссе на безымянной высоте закрепился батальон милиции капитана Владимирова. Их было где-то 250. Могилевских милиционеров, курсантов Минской и Гродненской школ милиции, Могилевской межкраевой школы НКВД НКГБ СССР. Уже 12 числа батальон был поднят по тревоге и выдвинут на рубежи для обороны города Могилева, железнодорожного узла со стороны Шкловского шоссе, и закрепился в районе деревень Старая Пашково и ГАИ. 6 дней легковооруженный батальон сдерживал гитлеровские атаки. Оружие и боеприпасы милиционеры добывали в бою. По решению командира Константина Григорьевича Владимирова были выбраны добровольцы, которые согласились выполнить сложную боевую операцию. Они остались на территории деревни ГАИ и небольшими винтовочными, а также автоматными очередями из трофейных автоматов фашистской Германии создавали иллюзию нахождения там еще больших сил Красной Армии. Замысел командира удался. Немецкая артиллерия стала бить по фактически пустой деревне. По завершении этой артиллерийской подготовки немецкие части подошли к деревне и были встречены с флангов ружейными автоматными очередями. Там понесли за счет этого большие потери. 18 июля тяжелораненый капитан Владимиров поднял милиционеров в последнюю атаку, уводя их в бессмертие и легенду. Из 250 бойцов батальона в живых остались 19. В те горячие июльские дни 41-го стояла насмерть и Могилевское Заднепровье. Этот мемориальный знак установлен на проспекте Димитрова в честь событий лета 1944 года. Но мало кто знает, что именно здесь проходила линия обороны в 41-м. Именно здесь бойцы подполковника Щеглова занимали оборону в Заднепровье. Вот здесь, вот в районе остановки, мы 15 лет назад подняли 3 бойцов из 747-го полка. Имя одного установлено, Николай Иванович Фомичев из Смоленской области. То есть здесь, по сути, вся линия обороны идет от мясокомбината и до завода Кирова. Это 41-й год. 16 июля кольцо окружения вокруг города сомкнулось. Из ставки Верховного командования пришла телеграмма. Герасименко. Могилев под руководством Бакунина сделать Мадридом. До 20-х чисел июля в полной изоляции защитники города держали оборону. Уже пал Смоленск, а в немецком тылу сражалась крепость на Днепре. Могилев. Уличные бои в самом городе начались примерно 22 июля, в конце дня. 23-24 июля защитники Могилева были оттеснены сюда, в старый центр города, на нынешнюю площадь Славы, Советскую площадь. Здесь на валу заняли оборону как раз ополченцы Могилева, милиционеры, работники областного военного комиссариата и отдельные пулеметные расчеты частей, отступивших с окраин Могилева сюда. Главный бой здесь развернулся за Днепровский мост. Когда стало понятно, что его не удержать, защитникам Могилева поступил категорический приказ – мост уничтожить. Но это стало невозможным после того, как огнем противника был перебит шнур, который вел к взрывному устройству. Здесь рождается героическая легенда о мальчишке, который совершил настоящий подвиг в жаркие дни 41-го. Да, саперу, долучився, прибився, як раніше казали, там, да? А ось хлопчик, якому на вигляд було 10, прикладно 12 годів.
Ніхто докладно не ведає, як його прозвище було, откуль він взявся. Але в усякому випадку, як потім його називали, він був якби своєособливий син полка. Да? І він жив, був побач з саперами, і він пропонував, що він поспробує злучити цей дрот. Маленький герой з заданням справився. 25 июля мост взорвали. Имя смелого мальчишки неизвестно до сих пор. В ночь с 25 на 26 июля защитники Могилева решили идти на прорыв. Они покидали непокоренный город. На Днепровском рубеже блицкриг не состоялся. Впервые целый город сплотился вместе, горожане, тульские воины, прибывшие из глубины России, сплотились и встали на защиту своей страны. И впервые целый город 23 дня смог удержаться здесь, на Днепровском рубеже. Через три года, летом 1944-го, советские войска снова будут в Могилеве. 28 июня они войдут в город как победители. В город, который в 41-м могущественный вермахт не мог покорить почти месяц, а в 44-м смог удержать всего сутки. Генерал Михаил Романов погиб в немецком плену в декабре 1941 года. Полковник Семен Кутепов пропал без вести в июле 1941 года. Капитан Константин Владимиров пропал без вести в июле 1941 года. Фотокорреспондент Павел Трошкин погиб в сентябре 1944 года. Писатель Константин Симонов завещал развеять свой прах над Буйническим полем. Завещание исполнено в августе 1979 года. Фельдмаршал Вальтер Модель застрелился в апреле 1945 года.